Продажи в IKEA. Роза мне ближе, чем многие стала за это время. Поэтому я думаю, как вы в ней уверены, так и она может вот довериться вот со всей своей страстью, со всем своим вот характером. Я ей сказал то, что если ты мне позвонишь, значит мы вместе. Ну и чё? Дорвалась, минут на 40 был поцелуй. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ирина, Фатина и Марина. А жених у нас Дмитрий. Да. Дмитрий, 35 лет, сумел простить возлюбленной жесткое предательство и готовился стать ее мужем, но свадьбе не суждено было состояться. Дмитрий – силовой эквилибрист в цирке, ежедневно посещает тренажерный зал и любит петь в караоке. Признается, что делит девушек на цирковых и гражданских и краснеет от комплиментов. Дмитрий не уживется с гиперактивной девушкой и не станет воспитывать чужих детей. Женится на симпатичной спортсменке с упругими ягодицами, непростым характером и ангельским терпением, который позволит ей ждать его с гастролей. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хотел бы преподнести вам цветы. Спасибо. Это Роза, видать, да, вас так научила? Спасибо, как приятно. Спасибо большое. Прямо Розина школа. Очень красиво, у него очень красивое тело, спортивное. Спортсмен. Он очень внимательный, да, он такие шикарные розы подарил. Я так понимаю, Дмитрий, вы прямо с арены цирка к нам? Конечно. Да? Это тот, о ком я думаю, который тебя крутит, вертит над головой? Мой партнер. По какому шоу? Бестрахование. Она не приставала к вам, нет? У нас партнерские отношения. Естественно. От сердца отрываю, Ларис. Я его даже жениться привела. Нет, наверное, приставала как раз с предложением прийти в программу. Я представляю, он ее крутит, а она ему: приходи, приходи, давай поженимся. Фатин, как тебе жених? Если честно, не ожидала настолько накачанного. Меня, конечно, окружают такие мужчины на работе, но все-таки тут мышечная масса впечатляет, и я уже дрожу. А мужчин покажете? Пойдем. Мама дорогая. В детстве я мечтала выступать в цирке. Я хотела, чтобы меня отдали в цирковое училище. Я слезно просила маму. Ну, любишь ты посидеть на шее. Неудивительно. Я уже стрималка. Не только сижу на шее, но и стою. Молодец. А какие кадры, а? Молодец. А вы тренер? Да. Как с Розой работаете? Замечательно. Не удивлена ни одной секунды. Я хочу вам сказать, что на самом деле в проекте должен был я с ней работать. В две репетиции просто хватило. Но я Розе пообещал, когда мы с ней первый раз встретились, когда я приехал специально посмотреть, когда она прыгала на тренировке, я ей пообещал, что я сделаю все, чтобы она как можно дольше была в этом проекте. И когда я попробовал, я понял, что лучше будет, если будет помоложе партнер. Ну, конечно, да. Возрастные оба. А я постою рядышком, да, конечно, подержу, помогу. И вот поэтому они в проекте, я открою секрет, шикарно просто. Просто настолько шикарно. Вот уже, ну ладно, не буду. Ну не все, Андрей, шикарно. Знаете, Андрей, шикарно все. А я... Она не правду сейчас говорит, шикарно все. Роза молодеет на глаза. Молодеет, молодеет. Она очень хорошо выглядит. Мы 8-й год в одной упряжке. И, может быть, для всех это будет неожиданностью. Мы не то, что ни разу там не поссорились, не фыркнули друг на друга. Но мы, как мне кажется, что мы в очень хороших отношениях. И... Я за тебя, Ларис, всех порву. Да, и Роза мне ближе, чем многие стала за это время. Поэтому я думаю, как вы в ней уверены, так и она может вот довериться со всей своей страстью, со всем своим вот характером. Ларис, поэтому ну, я думаю, ляпы, что у тебя будут у нас, большие успехи. Вот как раз Аланта нам ставила очень интересный номер. Я, значит, подхожу, ну, на тренировке я его не целовала, ну, что я его смущать буду? Ну, так, хотя нам эта идея была Андрея.
Я прямо вот уже перед выходом подхожу и говорю: Андрюш, значит, смотри, я тебя сейчас поцелую, будет прям настоящее. Ну, в конце концов, драматургии надо добавить. Алан попросил, говорю: ты не дергай его сразу, дай ему секунд 10. Да. Ну и чё? Дорвалась, минут на 40 был поцелуй. Я-то дорвалась! Только у Димасика глаза были выторщены, и он даже забыл меня обнять и улетел. Прям я так обиделась, думаю, ну надо же, ну прям такая драматургия была. Не, ну, вот ничего, в этом я его, кстати, понимаю. Я бы тоже растерялся на его месте. Мало того, я знаю про Дмитрия секрет. Он краснеет даже от комплиментов, что удивительно. Уже при такой брутальной внешности. Но вы реальный красавец. Вы знаете об этом? Я сейчас краснею, ваше спасибо. Да. Поэтому, если вам кто-то будет говорить, что вы стрёмный дрищ, не верьте. Ну, я считаю, что тебе именно такой и нужен, мужчина. А, ну, чтоб я сразу стихла, да? Увидела, и сразу восточная женщина проснулась. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Удивительно то, что вам не везет в любви, что вас там кто-то предал, обманул. Для меня это так странно. Дим, ну что за фигня-то? Кто это была девушка? Из цирковых, из ваших? Нет, это не цирковая была. Начали общаться, все хорошо, и через полгода я узнаю, что она ждет молодого человека, с которым у нее были отношения. Не очень молодого, из мест... Не столь отдаленных, да. И верил до конца, что придет он, и она сделает правильный выбор. Такой не очень разговорчивый, да? Может, стесняется. Ну, по крайней мере, говорит. Вот это уже хорошо. У меня было подозрение изначально, что она вообще не умеет разговаривать. Как, знаешь, говорят, силы есть, ума не надо. Я ей сказал то, что если ты мне позвонишь, значит, мы вместе. Нет? Помните фильм? Некоторые любят погорячее. А про девушек можно сказать, а некоторые любят дермидонс, понимаете? Поэтому что вам? Слава тебе, Господи, что так все получилось, что она от вас отвалилась, как болячка. Не совсем она отвалилась, и потому что где-то около года я узнавал, у нас были общие друзья уже на тот момент, я узнавал, где она, что она, как зачем? Она. Зачем? Вот так? Да, очень сильно прикипела она ко мне. Я к ней. Ну, тяжело об этом говорить. Но время, на самом деле, прошло уже достаточно, чтобы, на самом деле, все это пережить. Через год я добился. Ну, любил. Ну, упертый я. И что? Стали жить вместе. Она бросила его, поняла, что я тут единственный и неповторимый. И стали жить вместе, все хорошо. Но я ей сделал предложение, да, и... Ревновали, не проверяли, встречаясь она с тем, нет? Был один момент, когда она сказала, что пошла к бабушке в больницу, а получилось так, что на тот момент был еще телефон с автоответчиком, да, и когда сработал автоответчик, я услышал ее голос, голос женщины, и она оказалась у мамы этого молодого человека. Хотя мне сказала к бабушке, может быть, такая мелкая ложь, но... Она... Порождает большое недоверие. Да. Мне просто на самом деле не верится, что еще есть такие мужчины, которые могут добиваться, там еще вступать в соперничество с кем-то. Но вы этого уже терпеть не стали. Ну, как на пороховой бочке. Зачем он вернется, она к нему не вернется, зачем эта мама? Проглотил на тот момент. До свадьбы дело не дошло, слава богу? Нет. Я за 3 месяца передумал. Когда мы сидели, составляли список, что нужно, как нужно... И когда он сказал, я хочу 7 белых Audi лимузин, я просто ей сказал, я говорю, ты же видишь все финансовое положение, которое у нас, да, мы жили вместе. Когда он мне сказал, я же замуж один раз выхожу, я сказал, не факт. И в этот же день составил список за и против, и против победила. И даже, слава богу, что так произошло. Он очень хороший, по нему очень видно. Мне кажется, он готов и для семьи, он уже, вот видно, мужчина готов, очень уже. Я так понимаю, что вы созрели уже, да, для отношений детей хотите? Да уже хочется, конечно, уже 35 на лет. На что будете обращать внимание теперь? Обязательно. Ну, дети, допустим. Ну, я так почему трудно допустим, сказать. Допустим, дети от бывших. Ну, дети, конечно же, ну, не хотелось бы, но если ты понравится человек и будут развиваться отношения, и полюбишь... Слишком бурное прошлое. Ну... Все будет зависеть от ситуации и что за прошлое. Как-то сейчас трудно сказать по этому поводу. А ты мне все время как говоришь? Мне, говорит, все равно, лишь бы... Приседала. Лишь бы приседала. Как думаешь, твои ягодицы подойдут? Ну, посмотрим, подойдут ли мои ягодицы ему. Интересно, по каким параметрам он выбирает эти ягодицы? В руку 90, 60, 90? Это не ягодицы уже. Один с этим проблем нету. А у меня, может, уж такой тест.
Я еще не поняла. Меня это не спрашивали, как я тестирую. Вы сказали, что для вас цирковые и не цирковые – это абсолютно два мира. А почему из своих не выберете? Понятное, будет с вами гастролировать. Представляете, вы уедете, у вас же длительные гастроли, это же не, даже не, не один месяц. И что ей делать? Понятно, что она должна быть с вами рядом. И там будут и упругие ягодицы, и все видно, и все читается. Тим. Возвращаться-то куда-то надо? Будете вдвоем возвращаться? Ну, тоже, когда вдвоем работаешь, сколько знаю случаев, когда люди работают в одном номере, и изо дня в день 24 часа в сутки. Не в одном номере, но она пусть будет рядом. Там же есть и костюмеры, и гримеры, и художники. А потом так и будет, в конце концов. Ну, нифига, что ты. Ну, что ты как это... Зачем? Зачем ты уйдешь? Я перестань, я понимаю, если бы был бы парень какой-то некрасивый. Ты смотри, какой красавчик. Ты смотри, какой классный вообще. Дмитрий, цирк – это ваш выбор. Правда? И, конечно, когда вас видят на арене, тысячи женщин о вас мечтают. Я вам желаю встретить женщину, которая не только о вас мечтает и идеализирует вас, но она будет это продолжать делать всю жизнь. Вот есть такие, знаете, из разряда поклонниц, которые будут на многое закрывать глаза. Вот просто как мы детей любим, просто потому что они наши дети. И они для нас всегда прекрасны. Есть такие женщины, которые способны так любить мужчину. Вот я желаю, чтобы для нее трудности были не трудности. Безденежье, не безденежье. А сплошное счастье. Вы этого заслуживаете. Вот да. Такую, как Роза, лет 20 назад. Да. Вот которая может сказать, вот это главное, а это второстепенное. И я ради этого главного буду жить. Циркачкой. Мне кажется, в моем возрасте уже циркачкой не станешь. Старушечка. Будешь бревнышком, он тебя будет носить. Вы меня научили о таком понятии, как партнерша. Помнишь, Андрюш, ты сказал, подожди, мы учишь и говоришь, что бы ни делала твоя партнерша, она должна быть 100% уверена, что даже если пошло не туда, в нашей голове у партнерши может быть все что угодно, ты должен ее чувствовать и страховать, то есть, что бы она там ни делала. Вот я бы, конечно, хотела такую партнершу. Что это значит? Ну, я тебя уже, Дим, изучила, ты ведомый. Тобой надо руководить. Тебе надо сказать, ты не просто руководить, тебе надо сказать, Дим, делаем то-то, делаем так-то. Ты должен быть все время спокоен, что ты приходишь, даже не знаешь, что ты не знаешь, что тебе делать. Но ты всегда знаешь, тебе скажут, что и так далее. Подстрахуют, покажут, пожурят, дадут, объяснят. Но при этом тебя обязательно надо хвалить. Я понимаю, от молодой девушки это сложно дождаться. Но некий потенциал... Поверь, это. Ну и что-то я, может быть, вы, женщины, должны быть так же уверены, как в вас уверена Роза, что вы ее всегда подхватите. Ну, дело в том, что такой человек, тебе придется его двигать. Да, неизвестно, да, захочет ли он двигаться, потому что ему 35 лет. Захочет ли он этого движения? Тебе его надо будет постоянно толкать. А звезды что? А звезды говорят, что вам нельзя брать женщину-экстремалку по натуре. Она должна быть максимально спокойной и максимально домашней. Поэтому совсем Розу я не рекомендовала, потому что в Розе вот это желание проверить себя на прочность, оно живет даже 20 лет назад. Оно было в ней всегда, с рождения. Я желаю вам ту, которая совместит в себе серьезность и легкомыслие одновременно. Это синтез девы и близнецов в вашем гороскопе. Нужна та, которая сможет и расслабиться, сможет быть достаточно серьезной для того, чтобы вам казаться солидной. И та, которая будет и вас радовать, и вы тоже не включите своего внутреннего учителя, который у вас тоже есть, хотя сидите вы и скромничаете сейчас. Может быть, та самая и будет, вот первая девушка, с которой вы сейчас познакомитесь? Возможно. Возможно. Проходите. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Ирина. Я очень рада нашему знакомству. Желаю сегодня сделать правильный выбор. Хочу отметить, у вас очень красивая фигура. Вы очень добрый человек по глазам. Я надеюсь, что у нас с вами сегодня все получится. Спасибо за цветы. Очень хорошо. Ирина, 26 лет. Частный предприниматель. Открыла спортивную школу. Гордится разрядом кандидата в мастера спорта по спортивной акробатике и тем, что разыскала своего отца. Признается, что когда нервничает, загибает пальцы ног. Ирина была уверена, что встретила мужчину своей мечты до тех пор, пока не познакомилась с его женой. Надеется, что Дмитрий не обременен никакими отношениями.
Здравствуйте, Ириночка. А что, ваш возлюбленный тоже сидел в тюрьме? Что а вы ничего не знали? Или его жена, что вы ничего не знали о его жизни? Нет, жена была, во-первых, гражданская, во-вторых, она всегда воспитывала в другом городе сына. Он говорил только о своем сыне. Он говорил, что же своей женой не общается. Я уже это узнала через полгода. Ирка, отдайте игрушки. Сейчас, конечно. Как ты все видишь, а? Ну как ты все видишь? Роза, мне витамины надо есть. А это разве тебе, Роза? Это разве Розе или это жениху? Она сказала всем. На внешность приятная. Приятная, блондинка, да. Натуральная, как я. А она твоя соперница, ты думаешь? Значит, была женщина, которая ему родила ребенка, он с ней не жил, любил вас. А часто ее навещал? Он ее навещал. Он к сыну ездил, наверное, в год раз пять. Но мы очень часто выбирали подарки, передавали деньги ребенку. Не настолько часто он ездил, но как помогал. Он очень хороший в этом плане. Отец это он вам очень говорил, хороший. Да? Да, он ездит говорил... только исключительно да. к сыну. Угу. Да, у них в одном городе жена, его мама живет. Мы с мамой по скайпу пообщались, он говорил, они ну, с Екатериной не живут вместе. То есть все хорошо. И с женой вы не общались? Нет, она через полгода появилась сама. Она через полгода мне позвонила, начала угрожать. Не порти семью, нельзя так. В общем, было много слез. Милая очень девушка. Да, хорошая. Приятненькая. Да. Сейчас она как покажет свои рожки. А вот когда она вам звонила, оскорбляла вас и говорила, чтобы вы оставили ее мужа в покое, вы своему мужчине передавали этот разговор? И, конечно, мы разговаривали. Он сказал, не обращай на нее внимания, она... дурная, не надо с ней общаться, не надо ее слушать. Она, то есть, понимаете, я еще на тот момент задумала, что человек, если говорит так о своей да, матери, ребенка, то это уже неправильно. То есть потихонечку, в течение года у меня уже были мысли. Если правда, бывают сумасшедшие женщины, которые рожают детей мужчинам. Но это не означает, что ее не надо уважать. Она мать ребенка его, которого он так сильно любит. Она его мать, он ее обязан уважать. Она ему подарила жизнь его ребенку. Вы прямо вот сами верите в то, что сейчас говорите? Вы знаете, ничего личного нет, плохого не имею. У нее своя жизнь. Пусть живет с ним. Мне кажется, она отлично ему подойдет. Она такая... Он трубки не брал, я поняла, что все время он проводит с ней, раз он трубки не берет. И все, я ему написала, вам что... он рассказывал, что боится, что ему не даст... Не даст общаться с ребенком, да, он этого боялся. А вы москвичка? Родилась я в Ростовской области, но сейчас я купила жилье, дом в Московской области. У вас дом есть? Да. А далеко? Дмитровский район. А вот когда вы нервничаете, я так понимаю, вы часто нервничаете, а сейчас это... Вот у вас сейчас, вы сейчас нервничаете, да? У вас пальчики ног загибаются, вы ходить сможете? Могу. А это прямо так конкретно загибается, да? Когда в гости приходишь, когда в носочках. Ирина, она акробатка. Да, я всю жизнь спортом занималась, мне профессионально. А я видела, как они это... Аж напополам. Да, мне профессионально просто приходишь. А разгибается обратно? Так, гимнастика, акробаты, у них это нормально. Ирина, кто у вас родители? Мама. Всю жизнь с мамой. А где вы нашли? Отец нас бросил, маму, точнее, ей было 17 лет. Мама меня родила очень рано. В этом году попросила своего знакомого, он работает в ФСБ, попросила, чтобы он нашел моего отца родного. Он там же проживает в Ростовской области. Его нашли, мы пообщались с ним по скайпу, он оказался алкоголиком. Я перестала с ним общаться. Но я обрела своего брата, он мне познакомился, сказал, что у меня есть брат родной, нашла, мы до сих пор общаемся. На данный момент мы общаемся только с братом. Я всегда очень хотела узнать, не то что счастливее, но я всегда хотела узнать, как он выглядит, увидеть его. Я вот хочу у подружек спросить. Скажите, пожалуйста, а вот состояние тревожности у Ирины перманентное, только когда какая-то для нее противоестественная ситуация, или она вообще тревожный человек? Она очень спокойный человек. Очень спокойный, очень уверенный, очень уравновешенный. Это вот она сейчас переволновалась немножко. А вот ничего, если мы к вам приедем? У вас дом? Жить? Да. Мне там одна мама живет. Пожалуйста, она всегда рада. Нет, если мы ну как бы, вы за нас замуж выйдете. Нет, понимаете, когда Роза говорит, когда мы приедем мужчина, и за нас замуж, вы не думаете, что это и Роза к вам переедет жить, и вы возьмете мужья Диму вместе с Розой. Нет, проект закончится, и они расстанутся. Встречаться будут пристроить редко. Пристроить же надо.
Мы сейчас в гостинице живем, понимаете? Нет, он живет отдельно. У Розы своя квартира. Женщина должна обеспечить еще и квартиры. Очень интересный подход у Розы. Какие мужчины пошли, а есть квартира? Буду встречаться. Накачался, сел турок, наделал и сидишь, ждешь. Приходит тебе женщина, все приносит и говорит, давай. А где вы с Димасиком встречаться будете? Я думаю, мы решим, где сами. Нет, это вы сначала со мной решите. А уж где встречаться? Это как бы ты не любила Диму, но это Дима должен решить. Вот где им встречаться. А что тебе по углам-то? По подругам, да по... Тогда пусть снимет, чтобы по углам не шоркаться вот с такой красавицей, с 26-летней. Тогда уж пусть он поднапряжется как-то и снимет для этого самого, что ты имеешь в виду. Девку прям заклевала, уже ей сказала, и переедет, и переночует. Кошечка моя, не надо нервничать. Ладно, я тоже все время живу с вишенкой в ягодицах. Понимаете, поэтому... Только я не пальцы сжимаю, а другое место. Ну, хватит уже, хватит. Нравится Дима-то? Да, очень добрый. У него глаза очень добрые. У него очень красивое тело, я уже это отметила. Я тоже. Ты создан для нашей Фатины. Да, мне тоже так кажется. Да, да, да. Шикарный тренер, я уверена. Вы тренируете, как я понимаю, да? Ой, а у вас же бизнес акробатический. Да, у меня своя школа, у меня 12 направлений, у меня работают и детки, и взрослые, у меня с 5 лет детки работают. Основной вид спорта – это полспорт. У нее своя школа. Как она будет ездить с ним на гастроли? Ну, она же танцует. Да, будет очень танцевать с ним. Друг другу. Ну, хорошо, тогда у вас есть 3 бонуса. Семейная тайна или традиция, скелет в шкафу или свидание наедине. Семейная традиция. Есть такая? Да, мы еще бабушки у нас живы были, мы играли всегда в лото. То есть, да, мы собираемся всей большой семьей, родственниками, соседи зовем. Все собираемся, играем в лото. Кто проиграет, кто проиграет, исполняет желание. Вот со мной бы посидели, я только на деньги играю. Какая вы хорошенькая, какая вы милая. А сюрприз? Я не знаю, я в свободное время либо в бассейн, либо в тренажерный зал. Хороший выбор. Явно не лото. Да. Для меня долго сидеть на одном месте, это достаточно сложно. Я не представляю тебя. Ты так сможешь? Ну, не сейчас, конечно. Когда-то я танцевала на шесте. Да ладно. Но... Ты танцевала на шесте? Да. Ух ты. Я видел ее фотки. Спасибо огромное. А вы можете гордиться своей подружкой и племянницей. Ну, молодец, умничка. Это же так тяжело сделать. Руки, ноги сильные должны быть. Ну, потрясающая девчонка. Спасибо. Понимаете, в ней вот то самое целомудрие, редкостное качество. Я имею в виду не в медицинском смысле, которое сегодня почти не встречается. Молодец. А вам понравилось? Ну, я с некоторым сомнением все равно. Я, как сказать, не склонен так сразу доверять тому, что мы здесь услышали. Ну, да, она этом... своя. Ларис, но при этом она не стрессоустойчивая. И он трясло ее как... И что? Потому что она волновалась.
Это же приятно, когда человек волнуется. Она должна была что, нога на ногу закурить здесь сидеть и плевать тебе в лицо? Не, почему закурить? Не закурить. Ну, не, на все остальное мне нравится. Приданное, хорошее. Дим, понравилось? Да. Жених, кстати, очень молчаливый, да? Хорош. То есть он не высказывает совершенно даже своего мнения, слушает мнение страны. А тебе, Василис? Мне очень понравилось. Я считаю, что, во-первых, Дмитрий не обязан в цирке провести всю жизнь. Он не прибит к цирку гвоздями. И даже если он сделает шаг влево, шаг вправо, да, это может быть совершенно другая жизнь, и она может быть не хуже. А дальше тренерская, у нее уже есть готовая школа. Астрологически, я считаю, что это просто готовая для вас женщина. Потому что то, что я вам рекомендовала, это смесь воздуха и земли. И у нее смесь водолея и козерога в гороскопе. А ты сказала, что водолея и розы точно нет. Но смотри, не такая, без экстремальщинки. Потому что у розы по-другому гороскоп правильный. А здесь смесь воздуха и земли, водолей и козерога. Уже розка стала экстремальничать. То есть ты все-таки хочешь, чтобы Дмитрий выбрал розу? Да. Правильно понимаю, да? Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Вечер, Дмитрий. Сказать честно, я редко встречала таких мужчин, что была такая физическая форма, но при этом сдержанность, такой открытый взгляд и какая-то такая внутренняя гармония, сочетание и души открытой, красивой. Я краснею. Прекрасная речь и гармоничное тело. Сказать честно, я просто дрожу. Спасибо. Проходите. Спасибо. К нам. Хотим. 30 лет. Инструктор групповых программ в фитнес-клубе. Гордится титулом чемпионки Южной Кореи по восточным танцам. Мечтает открыть центр самосовершенствования для женщин. Признается, что всегда дрожит от волнения. Предупреждает, что никогда не пропишет возлюбленного в своей квартире. Чем больше Фатина узнавала о традициях семьи своего возлюбленного, тем страшнее ей было продолжать с ним отношения. Надеется, что с Дмитрием ей удастся построить семью. Что ж за традиции вы так испугали? Вот давайте про него и рассказывайте. Любимый мужчина был родом из Саудовской Аравии. Угу. Там абсолютно другие представления о жизни и о роли женщины. Конечно, просто мы это знаем. Стерва? Стерва вообще. Ты хотел бы с такой жить? Нет, вы что, боже упаси. А чё? Ну смотри, зато... Ну это не главное. Ягодицы и вот это вот декольте. Ну, может быть, потому что я молодой еще. Дело в том, что когда он сюда приехал учиться, он сказал, что мы здесь меняемся и очень хотим вашу европейскую культуру немного перенять, трансформировать и вернуться уже и немного другими. И вы верили в это? Я просто видела здесь по общению с ним, что человек какие-то жесткие моральные принципы придерживается, которые относятся к его традиции, но при этом на что-то он смотрит абсолютно открыто. Ну, здесь гуляет по буфету, конечно. Ну, я бы не сказала, вы вообще что... не смотрели до этого Малахова Андрюши программы, хронику, там, я не знаю, криминальную? Нет? И вообще телевизор есть в доме? У меня? Вы такие, вы говорите сейчас, а соль соленая, а сахар сладкий, а снег белый и холодный. Как мы знаем. Суть не об этом. Ну, знаете, наверное, каждая женщина в какой-то момент влюбляется очень сильно. Она очень уверена в себе говорит. Да, она, кстати, не волнуется, так как ты, Ира. По скайпу я общалась и с семьей, то есть они знали о моем существовании. Но, как я поняла, что они, видимо, верили в то, что произойдет какой-то момент, что он мне скажет большое спасибо, вы свободны. Но этого не произошло, отношения развивались достаточно гармонично, нам было очень хорошо и интересно вместе. Где он жил? Он жил здесь, он снимал квартиру. Шикарную? И вас пригласил к себе пожить? Где-то 4 месяца он за мной ухаживал, а потом сразу сказал, пожалуйста, познакомь меня с моей мамой, я хочу ей сказать, что вот мне бы хотелось жить вместе с тобой. Ну, правильно. Зачем ему всякие болезни дурные по Москве собирать? Ему легче и удобнее пригласить женщину к себе прихорошенькая, в такой форме. Но он же не сказал, выйди за меня замуж. Он звал. Любимая. Ну, а так бы она не дала бы. Он... Ну, Рос, подожди, одни вещи, которые я могу говорить, тебе нельзя, Рос. Мы же говорили, ты же сваха. Тебе нельзя, но другой должен быть у тебя посыл. Если честно, я очень мало смотрю на ее лицо. Твой взгляд. Так, Дима, Дима краснеет. Да. Дима краснеет, бледнеет. Ребенка не просил? Нет.
Здесь странно, нет, потому что там жить стоял... постель русскую дуру. Они еще говорят, роди мне сына. Нет. И не важно, что ей уже 63 года, но не важно, все будет просить. Роди мне сына. Там стоял вопрос по-другому, mm-hmm. что я не вначале не задумывалась, что может как-то все не сложиться до тех пор, пока мы не приехали в гости к его другу и не узнали, что девушка, с которой он сожительствовал, она была арабка, просто из более богатой страны, оказалась в положении. И, естественно, она очень испугалась, и ей предложили сделать аборт. Вот. Потом я стала спрашивать у других знакомых девушек, которые были далеко не из России. Они говорят, ну, как бы, кто ты пять делал абортов? То есть они очень мощно прессуют, и для них это как бы... Для них это норма. И здесь я поставила вопрос ребром. А вот если вдруг такое происходит у нас, какие действия? На что мне сказали, нет, я грех на душу брать не могу. Ты, естественно, рожаешь. И на следующий день ребенок уезжает в Саудовскую Аравию, и мы быстренько делаем так, что это ребенок моей мамы, потому что открывается счет, и сразу ребенок будет на обеспечении. 30 лет уже особо времени нет. Нет, время уже надо, конечно, поджимает, конечно, самый, и надо задуматься. Самый край вообще. 30 лет – это самый край, потому что здоровья же как такового нет, мужа еще нет, а ей уже детей надо. Но... Уже пора давно было задумываться об этом. Скажите, пожалуйста, у вас есть квартира. Вы сказали, что никогда ни при каких условиях не пропишете туда мужа. Объясню, почему. Потому что в последнее время очень часто оказывают внимание мужчины, и абсолютно через небольшой период времени они предлагают сразу оформить отношения. Давайте сразу заводить ребеночка. Но так как вот я приехал здесь, вот чтобы финансовый вопрос как-то поправить, а давай к тебе, у тебя такая хорошая мама, а вот давайте смотрите, вместе. Если вы пропишете, сегодня законы вас охраняют. В случае развода он все равно ничего не получит, потому что это ваша до свадьбы. Поэтому... А жить вы что, в разных местах будете, что ли? То есть мы на вашей территории вообще никак. Вы, Роза Раифовна, точно нет. Я могу сказать такой момент. Я считаю, что молодая семья должна жить отдельно. Потому что, как правило, поколение, мамы, папы, бабушки и так далее... Вы москвичка? Я москвичка. Смотрите, давайте так, уже все эти вода надоела. Сидит Дмитрий, красавец, да. Вы ему там пели дифирамбы, столько комплиментов. Ну... Классный парень, перспективный. У вас прекрасная разница в возрасте, 5 лет. Ну что такого, если у него на сегодняшний день нет московской этой самой прописки, нет квартиры? Вы согласны с ним скитаться по съемным, не знаю, там, квартирам? Или вот что? Или есть ипотека. Я не поверю, что вот такая девушка, она... Ну, в принципе, она может рассказать только про одного мужчину. Мне кажется, у нее был далеко не один мужчина, но она что-то скрывает. Неважно, рассказывает самые яркие отношения, которые у нее были. У вас два бонуса. Свидание наедине с кем-то в шкафу. Наедине. Идите. Один вопрос. Да. Что для тебя самое главное в отношениях? Все. Честность, открытость. И чтобы люди не играли роли. Вот вы сразу рассказывали о своих достоинствах, о своих недостатках. И решали. Либо они с этим мирятся, либо они могут что-то корректировать. Хочешь спросить у меня что-нибудь? Забылись ли прошлые отношения? Или еще что-то хочется доказывать либо себе, либо для нее? Я сейчас доказываю только себе. Только себе? Конечно. Тогда это замечательно. Себе и маме, сестре, потому что они у меня самые родные. Понимаете, есть люди, которые, женщины в основном, которые лезут на рожон. Вот она лезет на рожон, понимаете, когда уже отовсюду, из утюгов предупреждают, не надо, будут проблемы и с детьми, и вам туда не дадут, где родился, там пригодился, понимаешь? Зачем экспериментировать? Какая такая денег любовь? Сразу хочется, ну, какая много. Такая любовь, понимаешь? Ну что, о чем вы говорите? А как продолжительные гастроли бывают? Продолжительные гастроли, это бывает от месяца до года, бывает до 2 лет. До 2 лет? Да. Ну, если 2 года, надо точно с собой брать. Либо невесту, либо жену. Не, ну просто вот молода была, наверное, не подумала. Проходите. Невеста осталась, наверное, переодеваться. А давай вот 3 раз догадайся, какой у нее сюрприз будет. Она, я думаю, она будет читать стихи Пушкина. Титул чемпионки Южной Кореи. По восточным данным. Значит, будет точно читать стихи. Точно. С какого-нибудь, может, танец живота. Может быть. Ну, ей подходит под внешность.
Молодец, Фатинка. Ух ты, мама моя дорогая. Хороша. Да-да-да-да. Молодец. Ай да Фатина, молодец, детка. А ну-ка еще раз подморгни попой. Да, вот так. Браво, молодец, это был лучший танец. Нет, нет, не туда, сюда. Забирайте цветы, девчонок, будем сплетничать. Я так поняла, что это из того-то Фатина, молодец. Я думаю, что он не зацепил. Он смотрел так вальяжно, передвигал руками, смотрел в потолок. А вот так еще вот, вздерните ко мне вот, пятой точкой. Нет, нет, вот пятый, другие. Пятый. Опа, молодец, молодец, молодец. Ну, расскажи, как ты наедине с ним побывала? Мне понравилось. Мне очень понравилась сдержанность. Наверное, этот человек меня не пожирал глазами. Понравилось? Очень, да. А вам? Андрей, вы жену свою боитесь, я так понимаю. Закройте глаза, жена. Нет, не очень. Почему? Ну, не знаю. Вообще это не в моем вкусе, во-первых. Во-вторых, не знаю, нет, мне... Роза? Да. А что, танец очень понравился. И мне. Ну, а все остальное, конечно. Номер потрясающий. Фееричный. Просто фееричный. Она огненный знак, причем у нее много планет в огне сразу. И она натура страстная, но, к сожалению, очень увлекающаяся и увлекающаяся бездумно. Она похожа на советского человека, который увидел очередь, не понимая, зачем отстоял, в ней заплатил деньги, и потом с удивлением думает, что же ему сунули в руки. Она способна увлечься мужчиной, за ним идти, не понимая даже зачем. И потом уже, когда отношения складываются, в процессе начинает только думать, чего она так долго добивалась. Я рассчитываю, что просто в следующих своих отношениях она не будет торопиться, не будет... мужчине сразу быстро раскрываться навстречу, а понаблюдает чуть-чуть. Тогда у нас еще есть все. Одна невеста. Димочка, проходите. Проучит всех хорошо. А? Проучит всех хорошо. Дима, привет. Привет. Меня зовут Марина. Не хочу заставлять тебя краснеть, но сделаю тебе все равно комплимент твоему телу, красивой брутальной внешности. И хочу пожелать тебе, чтобы ты сегодня нашел здесь то, что ты ищешь. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Марина, 28 лет, предприниматель, открыла школу плетения кос, гордится тем, что сумела заработать миллион, мечтает родить троих детей, признается, что ее трудно разбудить, предупреждает, что никогда не выйдет замуж за вегетарианца. Марина не смогла найти общий язык с итальянским женихом, поэтому предпочла ему русского кавалера. Но и с ним полного понимания не получилось. Надеется, что Дмитрий – ее мужчина. Да, здрасте. Ну, тут вы сойдетесь с Розой. Она то считает, что итальянцы худшие да, мужчины в жизни. А можно подарки подарить? Можно. А вот итальянец бы не подарил подарки. Девчонка милая, симпатичная. И мне кажется, две девочки милые, милые. Но не похожи. А потом купон. Да, да. А, Мариночка, так что там у вас за история с итальянским женихом? Ну, так как я люблю путешествовать, раньше я много путешествовала, и, соответственно, на Сицилии в очередной раз. На Сицилии? На Сицилии, сицилиец, да. А как звали? Горячий Эдуардо. Не тот. Не тот, их там много. Познакомились, он работал спасателем.
Ну и как-то так у нас все быстро закружилось, завертелось. Но они очень темпераментные, эмоциональные. То есть они так ухаживают красиво. И я тогда изголодавшаяся просто по мужским каким-то вот, ну, таким поступкам повелась на это все. Но если у нее жених был итальянец, зачем ей русский понадобился? Если у них там и деньги, все хорошо. Не забывай, у них свой менталитет. И, ну, конечно, это было все приятно. Пригласили его в Россию? Да, я уехала, ну, там я была месяц, через месяц я уехала домой, и буквально сразу, не прошло и месяца, он приехал сюда, и 3 года мы не расставались. Мало того, он сюда приехал и устроился на работу поваром. Да, это было очень сложно, он начал учить язык, он долго не мог понять, как себя применить, и... Ну, какой молодец, что он не сидел у вас на шее. Он пытался, да, он старался как-то работать, как-то быть здесь полезным. Он помогал мне. Через некоторое время я там как раз открыла свой бизнес, запустила свое дело. Из косички. И, да, да. А поскольку виза, наверное, 3-месячная, вы мотались на 2 страны, да? Да, мы жили здесь 3 месяца, потом виза у него заканчивалась, и мы ехали туда. Ну, честно говоря, мне кажется, вот обе девочки, они такие очень милые, юные, но немножечко... Чего-то не хватает, кого-то пустовато, что ли. Как семья его восприняла? Как ни странно, я думала, что там семья вот такая итальянская, но его мама меня очень полюбила, и она очень хотела, чтобы мы поженились, и просила и детей скорее, и, ну, а он нет. То есть у них вот мужчины, они как бы очень поздно созревают, и вот он боялся. Не созревают они поздно, они рано созревают. А для брака. Для брака они поздно созревают. Ну, молодец, он ради нее старался, видите как. Приехал к ней на родину сюда, учил язык. А вы не знаете разве, что, во-первых, платят, вот я всем говорю, кто девочки хотят итальян, сицилийцы, не важно, я просто изучала этот предмет. Брать надо первый раз, все. Вот пока он первый раз вас увидел, секс, мэкс, пэкс, подарки, как можно больше, дороже, все сразу получите. Потом вы становитесь его собственностью. Более того, вы сидите дома, он приходит после работы, ничего вы не покупаете, никуда не ходите. Роза, и так далее. Ку-ку. Это у тебя был такой, как родили, случай. Нет. А у Маринки это было совсем по-другому. А что она удивляется-то? Она ничему не удивляется. Знаешь, у меня такое ощущение, что Роза в последнее время не участвует в программе. Она где-то в своих мыслях, а потом вступает, и все мимо. У них 3 года Роза были отношения. Он был очень щедр по отношению к Марине. Еще 5 лет могло бы быть. Да, у них было все хорошо. А ревнует не только итальянцы, но и наши мужчины. Ее там по 3 месяца. Но ревновала, она говорит, и правильно. А вот это вот про секс, мэкс, и что нужно все брать. Это в самом начале, первый раз надо все. А у нее и не только в первый раз. Ну хорошо, что он вам подарил за 3 года? Давайте, что подарил? Он дарил очень маленькие, но романтичные подарки. Вот! А что я говорила? А я когда первый раз, вот, все по полной программе, как говорится, зато не в накладе. Конечно, тебе годков тоже столько. А моя вся жизнь впереди. Вот на самом деле, хотя Роза говорит такие жесткие вещи, но они часто, правильные, да. Правдивые. А здесь где живете? 10 лет живу в Москве. Свое жилье пока не купила, но планирую. А хорошо. Миллион-то вот этот не разбазарили, который вы на косичках заработали? Я продолжаю зарабатывать. Почему при таких деньгах нельзя зубы себе хорошие сделать? А у вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Скелет в шкафу? Будем смотреть или ну его? Давай, я посмотрю. Да сейчас. О, Господи. Ла-ла-ла-ла. Что Ла-ла-ла. Это? Это ружье. Это пистолет. Однажды на даче я решила пострелять в соседское белье. И, ну, это была винтовка такая. Это воздушка. Воздушка, да. И случайно попала в соседа прямо ему в щеку. Какой ужас. А да. Если бы в висок? А если бы в глаз? И это было очень страшно, конечно. Поэтому пришлось Чем оплачивать ему лечение. Да сколько же вам было лет? Извинялись, Извиняться? Я надеюсь. Ну, лет было уже там, около 18. Какой ужас. Но мне кажется, этот секрет, вот скелет, он должен как-то ее раскрыть. А это такая шанс, которая у всех детей бывала. Ее как личность не характеризует. Так. Дима, я знаю о том, что ты любишь устраивать сладкие воскресенья. И хотела бы устроить небольшой сладкий вечер сегодня и угостить тебя
романтичными конфетками. Надеюсь, сладко ты... не ест, я кормила уже. Не ест. Диета. Проверим. Сейчас и проверим. Я думаю, искушение. Что... Да, насколько легко тебя искусить. Не есть, Димочка, козленочком станешь. Держаться? Да. Мама сказала, не могу одной рукой открыть. Держи, пожалуйста. Вырастить что-нибудь. Ну, одну можно. За... Ну, ладно, съешь. Спасибо. Разрешаю. Вкусно. А, Дима, еще я видела, как в начале программы ты... отлично управлялся с Розой. И понял. Мне очень хочется попробовать. Мне, конечно, очень страшно, но если ты повторишь и подскажешь мне, партнера. Да, как, Андрей, подойдешь? Как это сделать? Андрей. Каблуки снимай. Угу. Подойдешь? Андрей. Подойду, подойду. Жених как-то особо пока не заинтересовался. Все друзья смотрят на нее, она переживает тоже. Вот сюда, вот можно это? Я вставать не буду, как Роза? Не, а что, в этом весь и смысл. Да? Да, главное, вы выпрямляйтесь. Ух ты. Вниз не смотрите. Так. Смелей, 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 смелей. Смелей. Отпускаем одну руку. Одну. Так, не надо за него хвататься. Не надо за него хвататься. Не надо. Все, 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 все. Не надо за него хвататься. Не надо за него хвататься. Вот выпрямляемся, выпрямляемся. Вот я держу. Все, 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 все. Выпрямляемся. Выпрямляйся. Все, стой. Замри. Теперь одну руку давай ему, одну. Не мне, ему. Одну, одну. Он сам возьмет. Локти выпрямила. Локти выпрямила. И спрыгивай вниз. Локти прямые. Прыгай. Вот так. Все. Молодец. Спасибо. Ты все успела уже за нас. И покормить, и... Да. На шею встать. Да, да, да. Сюда на опасный конкурент. Проход да. Уже. Андрей Аланта, как вам? Ну, девушка-экстремалка решилась на такое с первого раза. Браво ей. То, что выпрямилась, что то, что встала, да, это хорошо. Ну, это твои цветы, держи. Да. Боже мой. Это было страшно. Можно теперь с ним точно по гастролям ездить. Я готова, куда угодно. Роза. Да другой ей нужен, обычный. Просто не будет жертвовать собой, мне кажется. А жаль. Ну, не соглашусь с вами. Во-первых, совершенно не обязательно жертвовать. Потом Марина первый раз видит Дмитрия, чтобы сразу раз и положить всю жизнь к его ногам уже. Женщина... мы, у нас нет такой задачи на программе. Совершенно верно. Так вот, она женщина земная, и она способна быть хорошей хозяйкой. Ухаживать она способна за ним. Но она, наверное, хотела бы себе тоже синицу в руках, а не журавля в небе. Понять, что она получит в результате этого брака. Мне кажется, учитывая то, что он тебя так тяжело поднимал, хотя на самом деле я знаю, что ты очень легкая, мне кажется, у вас не сойдется. На мой взгляд, прекрасная, достойная. Я думаю, она его просто задавит. Посоветуйтесь тем, пока, тем кому самым, пойдет будет... Дима, у вас есть полминутки, хорошо? Посоветуйтесь. Ага. Мне первая пока. Да. По крайней мере, у нее есть уже свой бизнес. И... Ты про что говоришь? Про первую. Да. Ну, во-первых, плюс то, что отрабатывает. Мне кажется, решает тренер. Тренер этот вообще. Да. Как тренер скажет... Наш тренер супер бежон, бизон, скажет, как отрежет. Бывший. А потом, если про ягодицы опять же говорить, то, конечно, это интересный вариант. Я очень хочу, чтобы он, конечно, за мной вышел. Он очень хороший. Ну что, друзья мои, решили, к кому пойдет Дмитрий? Нет, решать будет он, безусловно. Но мы, как сказать, никогда не надо слушать советчиков, да. Но как сваты мы, кстати, оказались единодушны. Это уже приятно. Я думаю, что... Дим. Кого? Дим, говорит. Дима сам. Нет, ну вы скажите, что же мы думаем, что первый вариант. Ну, в принципе, я всегда говорю, жена для мужа, вот, ну, это как соль для мяса. Вот мужик мясо, а жена как соль должна быть. Вы готовить ему? Ну, конечно, мясо, делать. Зачем свинину-то сразу? Ну, ну здесь более-менее Ирочка, конечно. И деньжата есть, и в теме вроде бы. Скажи, а соль на мясе на его живом, что ли? На нем живом? Соль, она которая разъест соль его. Не, почему разъест? Она его поддерживать будет. Знаешь, конечно, что? Ирина, я помогу. В ней есть та вот эта вот трепетность, которую я редко очень в женщинах встречаю, и я это ценю. Самый идеальный Советуйте вариант. Меня, пожалуйста. Самый идеальный вариант. Я думаю, что и эксперты все да, будут Ну ты готова с ним? Да. Готова
А, я уже думал замуж. Я думаю, вы решили, куда пойдете. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Дайте более перца. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте Дмитрия поддержим. Я вчера что-то сегодня пришла на передачу. Познакомились. У нас есть пара. Ирина и Дмитрий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи.